дождь идет, возможно, вот эти все линии, да, они струятся от этого. А вот Сережка пошел вперед. Мы сейчас выходим, ну, я так думаю, что где-то к грекам мы идем, потому что тут все перегорожено. И вот, да, вот написано греки. Это община и греческая площадь. Так, друзья мои, надеюсь, комментировать больше не надо. Сергей сказал, что это греческая площадь. То есть сюда, блин, не то, что, блин, колесо велосипеда, сюда велосипед, не то, что колесо автомобиля, сюда колесо велосипеда не ступало, потому что это очень, тут все красиво, на самом деле. Все, что пешеходное, короче. Ну, конечно, велосипеды могут заехать, но, ну, как они будут смотреться, это уже вопрос второй. И вот мы идем по этой греческой площади. На самом деле, возможно, это... Вот смотрите, Серега уходит от экрана. Но он все равно, он сейчас в темноте, как вот наш человек-паук, короче, это человек. Вот. Он сливается почему-то с этой, ну, вот видите его силуэт. Это Серега идет, он меня ведет просто по греческой площади, потому что он, понимаете, уже грек лет 15, понимаете? Потому что он на этой греческой площади просто вырос. А, если вот это здание видно, то я не знаю, как это назвать, но очень красиво и освещается как-то очень оригинально. Но днем это совершенно по-другому будет смотреться, поэтому днем мы вам прокомментируем эти все сюжеты. Заснято опять-таки вот промелькнул, это был Сергей, на самом деле. Вот. Но он почему-то скромничает, как бы вот. А мимо этого магазина, короче, я проходил сегодня 1000 раз, и почему-то вот мне понравилось одеться своими замысловатыми, может быть, оттенками. Лучше здесь легко потеряться. Я просто хочу узнать, насколько эти картошки ходят. Вот и скинем. Вырубай. Нет, батареи, самое главное, хватит, а карточки хватит. Потому что, опять же, здесь у нас же компьютер есть, понимаешь? Ну что, ты не знал, что у тебя есть компьютер? Я уже об этом знаю. Надо что? У меня компьютера нету, есть ноутбук. Да, но это же на самом деле просто... Вот почему этот вот тоннель куда-то идет, я не знаю об этом. Девушка, а почему идет дождь, а вы в футболке? Вы одесситка? Да. А ну скажи мне что-нибудь по-одесски. Ой, моя хорошая, ладно, я к вам вернусь завтра. Приходите именно, ну, чуть пораньше на это место, мы разберемся. Ребята, на самом деле, ну, это поздно, на самом деле, чтобы поймать одесситку такую, как закоренелую, когда она вам скажет, что вы от меня хотите. Вы меня же здесь только натошнили. Пол-12 ночи одесситки будут шляться возле Дерибасовской. Такого никогда не может быть. Ребята, на самом деле, находится возле Дерибасовской. Вот этом... Дерибасовская впереди. То есть, ребята, на самом деле, Дерибасовская — это от имени и фамилии Дерибас. Правда, я не знаю, что это был за космический такой лидер. Но у нас, по-моему, сейчас экран залип к немножко... И Мазин залип. Мы еще не дошли. До чего? До вот этого открытого магазина. Вот здесь написано открыто, смотри. Вот. Но это совсем не магазин, это донор люля кебаб. Кебаб шаурма. А, ладно, ребят. На самом деле я что-то не то говорю, ладно. Ну, простите. За то, что я что-то не так говорю. У меня тут капля зависла. Экране или на объективе. Значит, все.